Без присмотра не останутся. В Министерстве социально-демографической и семейной политики прошло расширенное заседание коллегии по вопросу детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Согласно последним изменениям в федеральном законе об образовании, все специализированные учреждения из ведения регионального Минобра перейдут в ведомство Марины Антимоновой. Министр собрала руководителей профильных учреждений, чтобы обсудить новые задачи по передаче сирот на воспитание в приемной семье, а также сопровождению подопечных детдомов после выпуска. Глава ведомства обозначила ключевые вопросы, которые предстоит решать в ближайшее время. Я считаю, что перед нашей службой должна быть поставлена задача в том, чтобы постараться для этих детей найти семьи. Это могут быть приемные, это могут быть и опекуны из числа родственников. Нам нужно отрабатывать такие моменты, например, как постинтернатная адаптация детей-сирот, которые выпустились из сиротских учреждений. Внесены изменения в закон, которые регламентируют обеспечение жильем детей-сирот. Очень ответственно, и мы сейчас уже видим некоторые движения, активизацию, скажем так, паракриминальных и не очень добросовестных людей, которые очень заинтересовались этим вопросом.